Доброго всем дня. История с фильтром и почему давится скутер, когда даешь газ, имеет продолжение. Значит, сейчас я взял, поставил карбюратор и вытащил из него главный топливный жиклер. И что получилось в результате? А вы сейчас это все и увидите. Можем установить при этом два факта. Первый. Может ли работать и запускаться, и работать на холостых карбюратор без главного дозирующего жиклера, тот, который под иголочкой стоит. И второй вопрос, как он будет работать, будет ли разгазовываться в этом случае или нет. Напомню, что в этом корпусе фильтра я делал, получается, глушил одно отверстие, другое делал калибровое под SR25. И он заработал, поехал, то есть я уже на нем покатался. Но как бы хотелось выяснить причину, я понимал, что не хватает топлива. И решил сделать вот такой эксперимент. Смотрим внимательно. Значит, запускаем скутер, аккумулятор. Так, надо еще зажигание включить. То есть на холостых он работает без главного дозирующего жиклера на системе холостого хода. И о чудо, он начал разгазовываться. Конечно, если даешь полный газ, его заливает, но на определенных оборотах и то, что нужно, он выходит. Смотрим. На холостых. Если мы ему будем давать пол сразу, он будет захлебываться. Заглушим и расскажу, какое принято решение. Значит, получается, корпус фильтра можно ездить, в принципе, если поставить главный топливный жиклер, и он будет работать. Но вариант такой меня не совсем устраивает. Значит, что я буду делать? Я буду постепенно рассверливать вот этот жиклер. Как он тут называется, главной дозирующей системы. Притулю его к этому. На нем надписей никаких нету, накалиброванными сверлами тоненьким буду его рассверливать до получения того результата, который мне нужен. Потом, получается, в корпусе фильтра сделаю положенное отверстие, и эта вся система должна заработать так, как она должна работать. Ну вот как-то так. Причина найдена. Реально вам показал, что и как. Всем удачи, всего хорошего. Ну и пока-пока.